прошел, проектант определял. Месяцы что-то слушали, концерты не ходили. Подход к ней. У нас делают open space market, сейчас недавно был на Черном озере. Мы также делали. Вы зашли вот отсюда, вот так вот, прошли вот, да, вот сейчас мы находимся вот около здания правления, вот здесь на углу. Ага. Вот так вот мы прошли. Да, ну то есть вот эта вся историческая часть. Вам относится это здание еще как вот? Вот это вот еще, да? Идет, да. Ткацкая производство, мужница, литейная, потом котельный цех, цех нетканых материалов бывший. Ну давайте соберитесь, что здесь можно увязать. Вот, во-первых, береговая зона, зона реверса, во-вторых, вот эти халупы тоже, чтобы работали. Главное, чтобы понимать, что там было. Первый этап это хотя бы.